В республике продолжает свое действие программа капитального ремонта и реконструкции сельских клубов. За 6 лет модернизировано около 160 культурно-досуговых учреждений. На этот год запланирована реконструкция еще 29 клубов. Один из них в деревне Кшауши Чебоксарского района посетил министр культуры Вадим Ефимов. Кшаушский информационно-культурный центр – победитель республиканской программы по комплексной компактной застройке сельских территорий. В 2012 году на проведение капитального ремонта из бюджета Чувашии учреждению культуры выделено около 800 тысяч. Почти 1 000 000 рублей запланировали на этот год. В здании уже заменили окна, отремонтировали хореографический зал, фойе, кровлю. Часть средств добавил муниципалитет, благодаря чему удалось приобрести новое светозвуковое оборудование. Чебоксарский район в плане модернизации клубов самый благополучный в республике, заметил Вадим Ефимов. Здесь отремонтировано 53% культурных учреждений. Всего в Чувашии в ближайшие 2 года на развитие отрасли культуры в сельской местности предполагается направить около 50 миллионов рублей. На сегодняшний день у нас требует капитального ремонта, капитального, я вот подчеркиваю, не только такого текущего, косметического, а капитального ремонта более 240 клубов, клубных учреждений республики.